шанс. Ирина Полякова в эфире. Представляем инвестиционный форум. И здесь очень много интересных различных гостей, которые присутствуют. И мы хотим познакомить вас с одним из участников. Это Анна. Анна, расскажите, чем вы занимаетесь и ваши впечатления по этому мероприятию. Что вы думаете? Да, всех приветствую. Меня зовут Анна Найс. Я директор стратегического развития в Альянсе народов мира. Деятельность наша очень соприкасается, в принципе, и с инвестициями. Что мы делаем у себя? Мы отмечаем специалистов из различных сфер, в том числе инвесторов, приглашаем их на свои события, где они также могут выступить спикерами, а отдельных персон мы награждаем премией. Что я могу сказать о сегодняшнем событии? Честно говоря, пока ничего. Я еще не была внутри, в святая святых, где сегодня самые успешные спикеры делятся, как же инвестировать, куда инвестировать в такое непростое время. Поэтому прямо после интервью бегу-бегу. Сейчас, наверное, самый частый такой вопрос, что думают наши участники, российские предприниматели, бизнесмены по поводу текущей геополитической ситуации, когда очень много ниш освободилось за счет ухода иностранных компаний. Ваше мнение по поводу данной ситуации и ваши перспективы в ближайшее время? Вы знаете, как говорится, свято место пусто не бывает. Особенно, когда действительно у нас здесь в России столько специалистов, столько профессионалов, которые на самом деле в кризисное время находят решения и наоборот даже растут. И я думаю, что сегодня они нам расскажут, как же они это делают. Лично мы продолжаем развивать свою компанию, проводить мероприятия. Буквально 24 мая уже состоится наше событие в резиденции Рублёва-Успенского шоссе. Там соберутся специалисты со всей России. Что я могу сказать, сейчас идет прием заявок, и он таков же, как и до событий. Потому что все хотят развиваться, все не хотят останавливаться. Вперед и только вперед. Все отлично. Вам успехов, удачи и дальнейшего развития вашего бизнеса. Спасибо. Спасибо.